зрителям, подписчикам канала Уральская усадьба, привет! Сегодня расскажем об очередном нашем изделии, называется летний душ. Летний душ с парником. Размер душа 1 метр ширина, 2 длина. Парник закрыт поликарбонатом. Во-первых, он препятствует доступу осадков внутрь конструкции. А во-вторых, под ним хорошо прогревается и бак быстрее, вода в баке становится быстрее теплая. Но если погода не солнечная, в данном баке предусмотрен подогрев. Вот висит провод. Лейка душевая установлена. Мыльница есть, крючки. Душ покрыт поликарбонатом белым, матовый, который не пропускает изображение. Каркас мы закрепили с помощью анкеров бетонному основанию. Все прочно, надежно. Уже подключили воду, проверили. Все работает, нигде ничего не бежит. Тен греет. Такая получилась у нас конструкция. Все. Задавайте вопросы, ставьте пальцы вверх, пишите свои комментарии. Всем пока.